Всем привет, ребят! Я на канале Brothers Universal, и я решил зайти в FIFA Mobile. Как бы в обычную FIFA, да, я играю, но вот FIFA Mobile тоже достаточно интересная игра, ну, вот мой составчик. Не знаю, как бы, ну, есть у меня тут нормальные игроки, в принципе, и тут Тотс это как бы тоже есть. Давайте посмотрим же, что тут можно открыть, какие паки. Так, что это такое? Стоп, это событие. А как тут? А, вот магазин. Магазин. Угу. Так, больше ничего нет? Ограниченное время. Ай, блин. Не, есть у меня деньги, как бы, но я их не хочу тратить. Зачем? Пятинабол. Так, что это такое? Абонемент профи. Нафиг мне это надо? Давайте набор FIFA Mobile. Типа 200 монет. Так, ну давайте. 70 плюс рейтинг. А, блин. Давайте нормально. Что это такое? О, господи, пацаны. Я, походу, понял. То, что полный лох. И то, что мне здесь гарантируют полный... полный шлак. А ну-ка, вот сейчас давайте я поставлю видео на паузу и покажу вам, что мне выпало. Может быть, типа, затащит это, если я ненавижу. Ну, мне выпал какой-то средний род, какой-то футболист среднего рода, я не знаю, что это такое. Какой-то чувак странный. Понятно, в общем. 175 у меня фапоинтов. Так, а тут нельзя монетки типа купить? А, их за фифа-поинтсы. Фифа-поинтсы. А тут нельзя любое количество? Это хотя бы чуть-чуть. Понятно. В общем, такие дела. Такое. Опыт, монеты, тренировочный опыт и FIFA Point 2, две штуки. Так, ну вот здесь я играл в, ой, Versus Attacker. Давайте сыграем. Просто я играл в прошлую часть FIFA Mobile. Это был просто трындец. Я не понимал вообще, как играть. Там даже состава нельзя было посмотреть. Ну, в этой части хотя бы можно состав посмотреть нормально. А там отдельно защиту. В общем, вообще бред полный. И, в общем, я ее удалил. Эту часть я сначала не понял, тоже удалил. Потом опять установил, немножечко поиграл. Вообще забросил. И опа. Что-то про меня, по-моему... Ой, против меня играет какой-то супер жесткий, прямо бист, который сейчас всех нагнет. Или нет? Так, что-то надо делать. Ну, не знаю. Никто не забегает? Из футболи... Опа, опа, я вижу, давай. Сюда? Да блин. Понятно. Так, давайте. И сюда. И давай, бей! Бей! А-а-а. Кто у него там на воротах стоит? Блин, он мне уже забил? Чё, Алли? А, Дели Алли. Да, мне забил Дели Алли. Блин, да чё ж такое? У меня лагает игра. Странно, вроде бы с интернетом все в порядке. А, ну штрафной, да? Ну давайте. Тут удары штрафные. Вообще намного лучше бить, это гол. Да, есть.
Я не знаю, кто мне звонит. Я сейчас не могу ответить. Так, продолжаем. Что мы тупим? Так, блин, слабый интернет-соединение. Блин, ребят, мне еще надо не только... Ой, блин, мне уже опять забили. Мне же надо сегодня не только FIFA Mobile успеть заснять, мне сегодня надо House of Slenderina записать еще и... Ну, прохождение грани я не буду сейчас записывать. Еще и Knife Hit. А мне вот что преподносит эта игра. Ну, понятно, короче, я... Лох. Ага. Ну давайте попробуем сейчас хотя бы выиграть. А, ну тут бывают составы просто, что там мне как-то попадался состав с рейтингом 90, 91, 92 попадалось. Против таких реально тяжело играть. Особенно с моим интернетом. А, ну я понял уже, я понял. Что против меня играет? Да, 77, да. А, ну может быть это обычный донатер просто? Ну, хотя маловероятно. С таким составом он меня все равно сейчас нагнет, уничтожит просто. Я не знаю, что это такое. Как мне? Алли забивает. Почему у него так мало фанатов? Я не знаю. Короче, забей! Ну, забей, да! Отличный момент. Давай. Отличный момент. Хорош. 2-2. Какие 3-2? Да блин, алло! Чё он мне там забивает так много, алло? Да какого чёрта? Да каких 5-2? Вы чё, вообще издеваетесь? Значит, получается... Понятно, типа офсайд? Угу, еще и Гримальдо. Самый точный игрок. Блин. Вот давайте до первого выигрыша, то я что-то вообще не врубаюсь. Особенно у меня, ну, реально все лагает. Понятно, Педро... А, ну хотя ладно, такой состав я еще смогу хоть как-нибудь с ним бороться. В три защитника это не так уж и тяжело. Ну, я имею в виду то, что в три защитника это всегда как бы защита похуже. Блин, что это такое? Почему мои игроки просто врезаются? Так, первое. Забегаем. В аду фигач. В аду. Да блин, ну что ж такое? Первое, ну почему все так тупит? На. На. Хорош. Да можно не тупить, умоляю. Не лагай. У меня вон все нормально с интернетом вроде. Слабое интернет-соединение, да. Конечно, он как крыса сейчас будет пользоваться тем, что у меня слабое интернет-соединение. Да. Ну, ты же можешь ударить хотя бы? Блин, ну естественно он не может ударить. Куда же? О, спасибо, какой-то штрафной удар дали. За что, непонятно, но мне это нормально. Ну, блин, ну ударь же хоть как-нибудь. Короче, сейчас пойду в нормальную фифу играть, в это не буду играть.
Понятно, да. Просто жесть. Ну, блин, я не буду в это играть сейчас. Я уже поторопился. Ладно, еще раз играю. Еще раз давайте. Ладно, это будет точно последний матч. Я еще сегодня Knife Hit позаписываю. И еще позаписываю House of Slenderina, наверное. Может быть, это на стриме буду делать. Ну, не знаю. Походу, последний матч у меня вообще что-то... Самый... Сейчас возьму. Ужасный будет. Ну, конечно, обычно FIFA стоит 6 тысяч почти, а это вообще ничего не стоит. Давай, Ермоленко. Чё? А, я понял, это я уже виноват. Ну, давайте, на. Закуси. У Пиротти удар от... Да блин! Отличный момент. Отличный чем? Тем. Да. Мячик ищет короткие пути, я помню. Вот самые короткие, которые... Что такое? Что это? Управление тут ужасное просто. Не то, что на джойстике, а тут на джойстике как-то может? Да блин! Ну забей уже, забей, забей! Да, блин! Ну это уже невозможно играть вот в это. Чему? Ой, чудовище. Ладно. В общем, ребят, по FIFA Mobile я еще буду записывать видео. Я немного потренируюсь, чтобы уже выигрывать как бы потом. Всем спасибо за просмотр. Скоро буду пилить Knife Hit и прогноз на финал ЛЧ. В общем, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро буду снимать еще FIFA Mobile. Всем пока.